Никогда, никогда и ни при каких условиях не помогайте китайцам на улице. Это говорят всем тем, кто приезжает в Китай. Причем это говорят не только приезжие, но и сами китайцы. Говорят, никогда не помогайте китайцам на улице. Совсем недавно один наш славянин приехал в Китай, идет по улице, видит, лежит бабка. Ну, просто то ли упала с велосипеда, то ли еще чего-то, вот просто лежит. Он ее, ну как нас учили, подошел, помог, видите, все китайцы проходят мимо, вообще никто ничего не помогает, даже не обращает внимания. Он, как китайцы, не смог пройти мимо, подошел, помог ей, помог подняться этой бабке, сказал: бабуль, ну вы как бы поднимайтесь, все. Она отчухалась, приехала полиция, он вызвал скорую, полицию, приехала полиция, и бабка говорит: это он меня сбил, это накажите его, китаянка. В итоге суд у этого пацана, который помог этой бабке, отсудил 50 тысяч юаней за помощь бабке. На самом деле они там это активно практикуют. Если вы видели, очень много видео есть в интернете, когда вот какой-то китаец валяется на проезжей части, еще где-то, и другие китайцы просто проходят. Потому что нельзя ни в коем случае помогать, потому что если ты поможешь, то китайцы в итоге скажут, что это ты его сбил. А если, не дай бог, ты причинил какой-то вред здоровью этому китайцу, то ты будешь платить 80% от своей зарплаты пожизненно этому китайцу. Они, кстати, очень счастливы и довольны, когда их сбивают. Либо ты будешь платить огромный штраф, как это случилось с нашим в Китае.